Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем с Splinter Cell Blacklist. Давайте посмотрим, что у нас открылось. Так, алмазная шахта была, посольство России было. Было. Так, вот это совместно только играть, и вот это у нас новая американская жизнь. Давай начать инструктаж. Данные АНБ перепроверены по трем из... Так, начать задание. Летим в Чикаго. Конечно, в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент... Дал... Там чертов лабиринт, да еще эти заложники. Усыпляющий газ поможет... Так, сорвите первый теракт черного списка на территории Америки. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Так. Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Так, я так думаю, мне попадаться не стоит, да? Вау! Так. Нажмите F, чтобы что активировать. А, ты имеешь в виду вот это-то? Так, попадаться нельзя. А тут, кстати, не показано, сколько этих врагов у меня. Так, сюда нельзя. Внизу никого нет, что за... Это бомба, да, как я понимаю? Подожди. Потихонечку, помаленьку. Гражданских не видно. Кажется, они ловят беглецов. Я тут смотрю на чертежи. Если они их куда и увели, то только в подвал. Загнали себя в угол. Новички в таких делах бывают опаснее профи. Пока нормально идем. Сэм, похоже, через этот зал можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Высоко. Ну давай. Блин, блинский. Куда мне здесь? Куда? Где ты, мать твою? Ну-ка. Давай. Покидай банкетный зал, Грим. Заложников видел? Нет, только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда пропал? Вот здесь темно. Так, тут у нас никого нету, столько перебито в туалете, кошмар.
Давай посмотрим куда. Ага. Он на меня смотрит, я на него. Ну-ка еще раз. Я что-то слышал. Ну давай, пройди чуть вперед. Слышу его. Так. Пока все идет удачно. Грим, заложники в котельной. Здание начинено С4, но противник уничтожен. Ясно. Можно пускать саперов? Пусть будут готовы. Никого не пускать, пока все не проверю. Пока можно спускать. Поняла. Давай идем. Коридор довольно широк. А вдоль потолка должны идти трубы. Там можно укрыться. Son of a bitch! Тихо. Не ругайся. Кто-нибудь сюда ко мне. Вау! Так. Ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, вы где? Мне надо только на вас посмотреть, где вы находитесь. Ну? Вон он. Внизу. Вот это плохо. Так, поднимаемся наверх. Где ты? А я за спиной у тебя пойду. Тихо, ты сейчас доржешь. На! Да ты гранатами кидался-то. Козлина. Мы сейчас потихонечку... Помаленечку всех вас к ногтю прижмем. Давай. Оп. Так, Сэм, впереди старый канализационный туннель. Похоже, он ведет к водоочистной станции. Похоже на то, что им нужно. Машинка. Не надо попадаться на нее. Ай-яй-яй. Сейчас придет проверять ее. Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Опа. Зачем вам водоочистная станция? Говори. Иди нахер. Лучше бы сказал. Я все скажу. Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем имени. Я все рассказал вам. Я помог вам. Не убивайте. У тебя так нож у сердца. Грим? Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю капсат.
Давай. Мне сейчас подойти куда-то надо. Чикагский спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм, фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою, мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Тороплюсь. А вот. Вот. Ну, мне придется подниматься, и что мне там сейчас? Что меня ожидает? Блин, блинский. Так, Сэм, кое-что о беспилотнике. Один выстрел выведет его из строя, ну а два... Они взорвут заряд внутри него. Может пригодиться в нужный момент. Просто предупреждаю. Опа. Так. Пока нормально. Что, меня засекли, что ли? Спокойно. Помехи создаешь. А я помехи устраняю. Ну вот видите, как хорошо иметь оружие. Заходим. Блин, они вот здесь вот сейчас. Сэм, я убедился, что это правда инженеры. Как? Твоя флешка. Там данные зашифрованы тройным кодом армейского образца. Это в точности тот же код, который Садик использовал в Мирале. Отлично, Чарли. Блин, а я смогу подняться? Так. Там меня никто не ждет, надеюсь. Аккуратненько, осторожненько, ничего нам не должно мешать. Еще разок. Ага. А нет, мне надо на улицу выйти туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не может быть так все легко и просто. У тебя впереди очистная станция. Доступ внутрь через крышу. Доступ внутрь через крышу. Я кого-то видел, я точно знаю. Ой-ой-ой-ой. Светошумовая. Конечно. Так, пока идем в графике. Ой-ой-ой-ой-ой, что вы творите, ребят? И... Так. Ну, вот, хоть патроны поднял. Так, мне пониже, да, надо? О, все убитые. Работа профи. Они убрали всю охрану на станции. Да вообще всю систему сломали. Придется восстанавливать, чтобы хоть дверь открыть, иначе тебе не пройти к источнику загрязнения. Поспеши. Так.
Ну, это мы знаем уже, как проходить. Плавали, знаем. Все, можно идти, Сэм. Подожди. А, можно было посюда, да, пройти? Я просто не потуда прошел. Первоначально. О, ладно, все, вспомнил это, да. Я с ними разберусь, если сможем удержать зараженную воду здесь. Попробую перекрыть сливной вентиль. Давай, у нас есть 10 минут, потом вода превратится в яд. Так. Где-то внизу там эти были. Да нет. Да блин. Олень тупороги. Как спуститься-то? Почему ты лестницы что нету? Во, во, подожди, не, не, нет, вот. Аккуратненько. Вижу его. Ну давай. Подожди, а что? Не там надо, раз. Что-то не пойму. А, вот, все. Мне эту кнопку просто нажимал. Помпу отключил. Чарли, где этот вентиль? Не знаю. Сигнал блокирует. Правда, у меня есть в запасе пара трюков. Пара трюков. Нормально, давай. Хорошие новости, Сэм. Судя по плану, под аппаратной есть служебный тоннель. Он проведет тебя по заводу. Хорошо. Все. Времени мало с вами сюсюкаться. Конечно, можно было бы в режиме стелс это все попробовать пройти. Но нет. У меня столько времени нету. Да хватит тебе прыгать. Почему ты прыгаешь-то? Отключай все это дело. Отключил вторую. Грим. Молодец, но уже поздно. Черт, дальше что? Уровень заражения воды критический, а основной поток еще открыт. Стойте, у меня нет доступа к вентилю, но я включил ручное управление. Можешь сам перекрыть его. Уже иду. Так. Вот только... Как туда попасть? Минутку. Ага. Так. Спускаемся вниз. Ну, надеюсь, я успеваю.
если враги поблизости, но врагов-то нету. Система перекрыта. Теракт «Американская жизнь» сорван. Думаю, можем отчитываться. Молодец, Сэм, пора тебя забирать. Брикс? Вертолет уже сел, вперед! Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!